Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Мы сегодня говорим о женственности, то кружево – это самый женственный материал, который только можно представить. Он добавляет женщине и статуса, и настроения. Но если это кружево сочетается с яркими, нарядными весенними цветами, то это самая женственная туника, которую вы только можете на себя примерить. Знаешь, вот эта туника, она уже будет центральной частью совершенно любого образа. Ты знаешь, вообще мне нравится, как кружево ворвалось на модные подиумы и правит бал. Там, потому что кружево – это самый женственный и легкий материал. Согласитесь, раньше он был доступен только королевам и особенным женщинам. Сегодня это украшение доступно нам. Итак, туника Беатрисия продолжает наш модный показ. И прямо сейчас на ваших экранах… Начинаем с яркой бирюзы. Потрясающе. Невероятно весенний цвет. Этот цвет будет украшать вас в яркие солнечные деньки. Черный в сочетании с красными цветами – это очень классический, яркий, страстный контраст. Мне очень нравится василек. Ну, ты знаешь, этот цвет действительно всегда подчеркивает лишний раз нежность и женственность своей обладательницы. И у меня в руках прямо сейчас темно-синий цвет. Посмотрите, здесь кружево не только в области бюста, вот здесь украшения. Здесь еще и орнамент напоминает нам о кружеве. И еще один цвет, который называется в заказе бежевый, потрясающий. Смотрится с яркими янтарными цветами. Обожаете янтарь? Любите этот камень? Выбирайте для себя тунику Беатрисия янтарную, бежевый цвет в заказе. Но я бы сейчас хотела поговорить о размерной линейке. Внимание! Размерный ряд от 46 до 68 размера. И сразу приступим к выбору размеров. Как видишь, Арин, они у нас сдвоенные, поэтому я рекомендую, например, если ваш размер 58, так, выбирайте пару 58-60. Если ваш размер 62 или 64, то, естественно, тогда выбирайте 62-64. Далее туника подстроится. Она сделана из эластичной вискозы, которая подстроится под каждое ваше движение, которое, да, доставит вам несравненное удовольствие тактильно. Такие ткани, конечно, находки для обладательниц пышных, весомых достоинств, потому что не просто им найти для себя блузы в магазинах, которые, как правило, не тянутся. Эта туника будет вас стройнить. Эта туника расставляет яркие акценты на вашем образе. И самое главное, Арин, она очень универсальна. Сочетается как с брюками, так и с юбками. И такая мягкая, такая легкая струящаяся ткань. Это потрясающее ощущение, когда вы надеваете на себя эту легкую ткань, вы чувствуете себя свободно, вы чувствуете себя легко. Такие ощущения очень важны, особенно весной и летом. Только представьте, туника со стройнящим эффектом, менее чем за 2000 рублей, и размерный ряд сдвоенный до 68 размера. Успевайте заказать прямо сейчас. А у меня вопрос к нашему эксперту Наталье Федотовой. За счет чего получается эффект стройности в этой тунике? Эффект стройности у нас за счет правильного расположения принта. Арин, это очень важно. Эта туника буквально формирует вашу талию. Вот знаешь, я ее рекомендую, например, типу фигуры прямоугольник или яблочко. Ну, а песочные часы она только подчеркнет. Посмотри, что у нас происходит. Здесь у нас ровная спереди однотонная полочка. А вот по бокам у нас цветочный принт. Посмотри, он по 10 сантиметров с каждого бока буквально убирает. Все, внимание окружающих приковано именно сюда. А вот эта часть уходит, поэтому вы формируете фигуру, вы формируете свой новый силуэт. Так же, как и сочетание на плечевой зоне. У нас однотонная часть, которая переходит в яркие цветочные рукава. Для тех женщин, кто хочет скорректировать ширину плеч и сделать визуально руки меньше, этот прием как раз подходит более чем хорошо. А вам тоже кажется, что на эту тунику накинуто болеро из ярких цветов? Мне так кажется. Мне еще я вижу стройную фигуру, я вижу потрясающую красивую женщину. Выбирайте прямо сейчас и успевайте сделать свой бесплатный звонок во время прямого эфира, пока цены самые выгодные. Оплачивать свои заказы вы будете только в момент получения на вашей ближайшей почте. Для этой блузы даже украшения не нужны, они уже есть. Это кружево. Вы сами становитесь украшением в этой блузе. Тем более, вот она, кружево в зоне декольте. Оно уже является даже своего рода колье. Далее, посмотри, Арин, я тебе показала уже свободу для женщин с пышной грудью и эластичностью.
но у нас здесь специально застроченные драпировки. Ты посмотри, сколько здесь свободы. Любая пышность груди, любой размер, даже тем женщинам, которые в принципе не могут для себя найти в магазинах, посмотри, сколько здесь свободы у Татьяны еще осталось. Поэтому это прекрасный совершенно момент посадить на фигуры. Далее, взгляни, мне очень нравится, что вниз туника, благодаря тем же драпировкам, идет очень свободно. Вот она, маскировка зоны живота. На самом деле, вы можете чувствовать себя расслабленно и быть уверенными, что все секреты у вас надежно замаскированы. Вы стройнеете, вы преображаетесь. Вот у вас буквально вырисовывается ваша новая фигура. А вот на Татьяне Криской сочетание с юбкой-карандаш мы сейчас наблюдаем настоящий эффект вечернего платья. Вы только представьте, вы покупаете тунику, которую можете носить на будни, например, на работу, а дополнив ее юбкой в тон, у вас готовый вечерний наряд. Такие туники обычно становятся самыми любимыми, мы их обожаем. Таких туник обычно не хватает в нашем гардеробе. Здесь и красота, здесь и комфортные ткани, здесь и ваша стройность. Посмотрите, на торжество, на каждый день, на работу, на отдых, на праздник, на любое абсолютно событие в вашей жизни туника Беатрисия сделает ваш образ гармоничным, стройным, элегантным и, конечно, ярким.